Здравствуйте, меня зовут Ахнежин Схан. Мы сегодня будем с вами учить песню дуэта Арнау «Астана менің махабатым». Жасқаладан басталатын махабатың асқақ әлі ламылда жүреке әлде сері керек бе алай сені кезіп бірдім бақытымды сезіп тұрмын астанамның әжірі ашықтардың дағдыры ғымырының салтанатын қуанышпен айталатын ән қалықтасын бақытыңа жолыққасын Астана жатығым менің арайлы жолығы жаныма нұр болып тарайды көкемнің жамылып жасы жүрегім өткен күн сағынып бізге қарайды өмірінің салтанатын қуанышпен айталатын ән қалықтасын бақытыңа жолыққасын Сейчас мы разберем эту песню. Разбор мы начнем с левой руки. Ставим аккорды, будем разбирать сначала куплет, потом припев. В куплете есть 4 аккорда. Это аккорды ля минор, обозначается АМ. Дальше идет второй аккорд у нас фа мажор, F. Ре минор, ДМ. Потом ми мажор, Е. Теперь, чтобы было еще понятнее, есть обозначение пальцев. То есть указательным пальцем мы называем, то есть первый палец. Дальше идет у нас второй палец, третий и четвертый палец. Аккорд АМ, ля минор. Играется на вторая струна, первый лад, первым пальцем. Дальше идет третья струна, второй лад, третьим пальцем. Четвертая струна, второй лад, вторым пальцем. Второй аккорд фа мажор, F. Прижимаем первый лад первым пальцем полностью все 6 струны. Дальше идет у нас пятая струна, третьим пальцем, третий лад. Идет четвертая струна, третий лад, четвертым пальцем. Идет третья струна, второй лад, вторым пальцем. Фа мажор. F. Третий аккорд называется ДМ. Ре минор. Играется она. Первая струна. Первый лад первым пальцем. Вторая струна. Третий лад четвертым пальцем. Третья струна. Второй лад вторым пальцем. ДМ. Ре минор. Четвертый аккорд у нас ми мажор. Обозначается как Е. Играется третья струна, первый лад первым пальцем. Дальше идет у нас четвертая струна, третьим пальцем второй лад. Пятая струна, идет второй лад вторым пальцем. Ми мажор, Е. Как они звучат? АМ, ля минор, фа мажор, F, ре минор, ДМ,
ми мажор, е. Второй куплет играется такими же аккордами, как АМ, F, ДМ и Е. Третий куплет начинается уже в ре миноре. Те же аккорды, только по разным расположениям. Ре минор идет АМ, ля минор, потом идет ми мажор, Е. ДМ мы играем. Первая струна, первый лад первым пальцем. Вторая струна, третий лад четвертым пальцем. Дальше третья струна, второй лад вторым пальцем. Это у нас ре минор ДМ. Дальше идет у нас АМ. Она играется. Вторая струна, первый лад первым пальцем. Идет третья струна, второй лад третьим пальцем. И четвертая струна, второй лад вторым пальцем. АМ. Дальше идет у нас ми мажор Е. Играется третья струна, первый лад первым пальцем. Четвертая струна, второй лад третьим пальцем. Пятая струна, второй лад вторым пальцем. Это ми мажор Е. Сначала мы играем ре минор ДМ. Потом переходим на АМ, ля минор. Потом опять ре минор. Потом переходим на ми мажор Е. Потом опять на ДМ. Потом на ми мажор Е. И так у нас заканчивается первый куплет. Дальше у нас идет припев. Первый аккорд — это фа мажор, F. Играется на первом ладу. Полностью зажимаем все шесть струны первым пальцем. Дальше идет у нас пятая струна. В третьем ладу зажимаем третьим пальцем. Дальше у нас идет четвертая струна. Третий лад зажимаем четвертым пальцем. Дальше идет у нас третья струна, второй лад зажимаем вторым пальцем. Следующий аккорд у нас соль мажор. Баре, ставим баре на третьем ладу. Идет на пятом ладу, играем, ставим пятая струна, пятом ладу, зажимаем третьим пальцем. Четвертая струна, пятый лад, зажимаем четвертым пальцем. Дальше идет у нас третья струна, четвертый лад, вторым пальцем. Это у нас идет второй вариант соль мажора. Дальше у нас идет аккорд ре минор. Ре минор мы играем. Первая струна, первый лад первым пальцем. Дальше у нас идет вторая струна, третий лад четвертым пальцем. Третья струна, второй лад вторым пальцем. Потом дальше идет у нас ми мажор. Ми мажор, Е. Мы играем. Третья струна первым пальцем, первый лад. Идет четвертая струна, второй лад, третьим пальцем. Идет пятая струна, второй лад, вторым пальцем. Ми мажор, Е. Следующий аккорд у нас последний, ля минор, АЭ. Играется она. Вторая струна, первый лад первым пальцем. Третья струна,
второй лад третьим пальцем, и четвертая струна идет у нас второй лад, второй пальцем. Вот так у нас заканчивается припев. То есть фа мажор, F, соль мажор, G, ре минор, D, ми мажор, Е и АМ ля минор. Дальше мы приступаем к разбору правой руки. Идет перебор первого куплета. Играется на так. Второго куплета также. Третий куплет немного меняется. Қаладан басталатын махаббатың асқар әні, лапылдаған жүрекке әлі сені керек пе? Қалай сені кезіктірдім, бақытымды сезіп тұрмын, астанамның жыры, ғашықтардың тағдыры. Салтанатым қуанышпен айталатым ән қалықтасын, бақытыңа жолыққасын. Астана жатығым менің, арайлым жоғағым, жаныма нұр болып тарайды. Көптеме жамылым жасы айталатын ән қалықтасын, бақытыңа жолыққасын. Сегодня мы с вами разбирали песню «Астана менің махаббатым». С вами была Ахнет Жүнісхан. До свидания.